Всем здравствуйте, с вами Эмиральд и Роб. Сегодня всей компании идти на Роба. Ну что, поехали. Так, чтобы попасть на Роба, нам нужен Тайкон, Годхенд, Киллстрайк и Рипер, и Боб. Первое, нужно прокачать Тайкон. Ну, Тайкон уже прокачанный. Нам уже не нужно. И Киллстрайк уже прокачан. Нам нужно Рипера прокачать. Первое нужно, чтобы на меня Боб вызвал. Боба, так сказать. И все. Теперь Боб берет Рипера и качается на Эмеральдскую. Кстати, вы знали, что вон там какая-то штуковина розовая? Я не знаю, что это, мне очень интересно. Вот хотелось бы долететь до Тудова и узнать. Ну вот мы уже все сделали. Осталось, чтобы Эмеральд Скул нажал на Е и остановил время. Появится такой портал фиолетовый. И мы туда попадем. Вот уже появился портал. Мы идем получать Боба. Вот мы уже и на Робе. Так, надо быстрее ставить Тайкон. Кликаем. Желательно автоклики это делайте. Так. Вот я уже кликаю. А почему никто не бьет Боба? Роба. Не, давайте я буду бить. Наоборот, так нужно. Давай, чтобы они... Так. Вот мы уже и кликаем. Так. Вот мы уже чуть-чуть убили этого босса. Он меня подлагивает уже. Это очень плохо, то, что лагает. Я потому что никогда не умирал прям окончательно. Почти что. Ну, хотя... Все, мы прокачали Тайкон. До 1500. До по 3000. Ага, вижу. Даже я умер. Это плохо, конечно, что я умер. Но. Беги! Аккуратно. Бейте, бейте, бейте. Скоро, кстати, третья фаза. Ура, у нас Тайкон прокачался до 2000. Это нам хоть что-то говорит. Ой, я очень далеко отлетел. Очень. Надо быстрее мне его убивать. Так. Ой, я умер.
Если что, это случайно выходит, я не умру окончательно. Окончательно у меня не получится умереть. Я потому что никогда не умирал прям окончательно. Почти что. Ну, хотя... Все, мы прокачали Тайка. До 1500. До по 3000. Ага, вижу. Даже я умер. Это плохо, конечно, что я умер. Беги! Аккуратно. Бейте, бейте, бейте. Это очень плохо. Скоро, кстати, третья фаза. Ура, у нас Тайкон прокачался до 2000. Поэтому за меня не бойтесь. Вот это... Кстати, да, вот именно вот эта проблема, то, что переносить очень сложно. Ой. Ой, камень появился. Бьем, 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 бьем. О, скоро третья фаза. Он уже устал, потому что... Я прям чувствую, как он уже медленно бьет, из-за этого он устал. Он прям очень медленно бьет. И, короче, я еще раз камень кинул. Ура! Мы дошли до третьей фазы, люди. Это моя любимая фаза. На ней идут маленькие такие бобики, от которых нужно защищаться. Killstrike и Reaper будет их бить. Все, вот, смотрите. Вот они пошли. Но я буду защищаться от них. У меня потому что они дома много наносят. Моя любимая фаза. Только Killstrike, оставь киллы этому Риперу, если он живой. И, кстати, вы знали то, что если кидать бобиков прям в босс-баттл, то ему урон нанесется. Так, аккуратно, аккуратно, он сейчас будет руки ложить. Убивайте, убивай! Killstrike, убивай их, пожалуйста. И скажу честно, у меня очень-очень лагает. Кидайте камень, пожалуйста. Я, если что, очень... Я его еле-еле сейчас попробую убить, потому что у меня очень сильно лагает. Бейте, бейте, бейте. Бейте, бейте, бейте. Я с лагами очень огромными бегу, пытаюсь его ударить. Потому что вы бы знали, как у меня лагает. Ну, может быть, вы видите. Пожалуйста. Все. Мы уже до конца дошли, я его проходил где-то час. Сейчас мои друзья ресетнутся. Лагает. И мы подходим к нему. Вот так вот. Ой, у меня очень сильно лагает. И вот мы получили ачивку. Эмиссар. Вот я.